Приветствую, дорогой мой зритель. Сегодня у нас группа One Ok Rock с песней Clock Strikers. Извиняюсь, если я неправильно назвал группу и название песни. У меня очень-очень плохой английский. Давайте посмотрим. Я взял лайв-версию выступления. Хочу послушать ребят, как они исполняют именно на концерте и как они ведут себя на концерте. Приступим к просмотру. Поехали! Круто сделано. Молодцы. Как же я люблю, когда в роке в разнообразных жанрах все-таки слышит голос, его не перебивает музыку, а музыка не сильно перебивает голос. Для меня это уже огромный-огромный плюс. Я вот каждый раз говорю, когда фанаты и любители определенных групп исполняют с ними на сцене песню, это знак уважения, это круто и это вообще кайф. Особенно для тех даже, которые смотрят и слышат это все, это какая-то, как вам сказать, большая-большая сильная энергетика идет даже от просто видеоролика. Oh,
пушка. Красавчики. Именно лайв выступление вообще круто снято, сделано вернее. Это бомба. Что хочу сказать. Припев крутой, особенно когда включаются все инструменты и голоса участников. Это кайф. И, конечно же, как я и уже говорил, вместе с залом топово. Это очень-очень чувствуется энергетика, когда ты смотришь лайв-концерты, и в зале люди подпевают и поют с музыкантами. Это круто, эмоционально, даже когда ты смотришь видеоролик, чувствуешь прям эту энергетику, и молодцы. Что тут говорить? Хорошая, крутая группа, мне она нравится. И я ее буду слушать. Она все больше и больше начинает мне нравиться. Как говорится... Многие говорят, то, что надо посмотреть каждой группы лайв-выступление. Вот лайв-выступление показывают, насколько группа крута или нет. Потому что в клипе можно что-то переделать, сделать. Хотя, конечно, в лайв-выступлении есть и фонограмма, но все равно энергетику ты чувствуешь. Даже в видеоролике я уже это говорил. Всем до скорого, пока-пока, увидимся на канале.